На борьбу с COVID-19 в Орловской области выделят еще 110 миллионов рублей. Этой суммой смогут распоряжаться медучреждения региона для оказания помощи заболевшим. Дополнительные средства направят и на закупку лекарств для амбулаторных больных. Об этом заявил Андрей Клычков на совещании с главврачами медицинских учреждений Орловщины. Губернатор поблагодарил медиков за их работу в условиях пандемии.